Доброго времени суток, уважаемые зрители. Мы продолжаем кооперативное прохождение чистого ванильного Майнкрафта. С вами я, Костя, Димон. Всем привет. И Антоха. Здорово. Мы продолжаем наше путешествие в никуда. Это очень серьезное путешествие. Сейчас мы... С определенным смыслом. Да, мы можем и ищем там разных там волков и все такое. Может, переручить получится. Ну да, это в том числе. Да. Это огневую плоть мне давайте всю. Железо тоже мне, уголь тоже. Давай, давай. Одуванчики тоже. В эту сторону идите. Так. Ну, угля у меня 48, я много не смогу взять. Забираю вот эти 18 себе. Ну хотя ладно, пусть будет у меня. Так, ну бежим. Давай мне что-то, у меня здесь 9 ячеек свободно. Тогда сейчас беги ко мне, я тебе отдам. Ага, вот. Так. Раз. Антоха, ты где? Что-то как-то непонятно, побежали? Ну, в сторону тайги. Ой, земля, нахуй хрен. Ну, все равно забирай. Так, плоть. Забирай землю. Бери плоть. Кстати, она может понадобиться нам, если что-то будем строить. Ну, уголь это конь. Ну ладно, пусть будет. Еще. А, чё, железо, на. Что именно тебе железо? Труда? Ну да, а есть и обычное. Да. Ну, обычное тоже давай, а уголь. Не, я тебе половину обычное дам. Мало ли что с нами случится. Так. Забирай снежки. Да. Дух-то у меня их сколько. У меня 6 клеток их. Ого, ну тогда пока поноси, может кого-то там найдем, будешь расходовать. Ну я 5 возьму, как раз ячейка не полная, если что, закидаю их. Ну если все. Если нравится, как я автоматом по ним. По волшебнику может уже, кстати. О, отлично. Не разбредаемся, друзья. Ну, бежим вперед. Да, вот тут я тут, куда? Здесь ж с вами. Кстати, тут в лесу проблематично будет ориентироваться. Нормально. Если без просвечивающихся ников, то нормально было бы вообще. Папоротник тут растет. И... Кстати, ножниц ни у кого нет? Нет. Свинья бегает. А у нас железо есть. Я сейчас ножницы сделаю. Ножницы сделал. Возьмите кто-то. Стой, легион, стой. Уголь. Давай, я возьму. Когда кто-то делает привал, давайте я предупредить всех. И сейчас с ножницами с папоротник скошу. А ну-ка, возьмите их кто-то. Там вроде пещера впереди. Как он выглядит? Как-то на елочку похож. Ну-ка. Ручная. Наверное, этот песок кто-то заберите. Кому нужен папоротник, еще забирай. Тыквенный пирог. Тыквенный, ну пока пусть у тебя будет. Да его сейчас съем. Ну ешь. Ну, кстати, теперь ножницами можно сухие кустики будет в пустыне срезать. Так, ну все. Да, бежим дальше. Уже темнеет, по-моему. Поехали. Ты чтоб не заблудился, что ли, ставишь? Поехали. Так. Мы на запад прямо идем. Ну, тогда так на запад и пошли. А мы, кстати, очень сильно отдаляемся.
от... Нормально. Первопроходцы тоже так делали. Это что-то пока вообще ничего интересного тут. А факелы у кого есть? У меня 21 штук. А больше нету? Нету. Ух ты, овцы. Где же эти волки позорные? Такой красный закат. Опа, я вижу какой-то свет. А что там? Наверное, лава. Вы меня видите? Да. Видим, видим. К свету. Да. Опа. Опа, на. Что это было? Что гавкнул? Гавканье слышал. Вот он. Стой, косточка у меня. Его, есть, не, его не валим. Где у кого кость? У меня есть. Давай, осторожно. Не подходи к ним, Антон. Где? Хоп. Возле меня держись. Какие-то пошли непонятно эти. Сядь на него. О, сядь на него. Есть. Сердечки. Сядь. И ошейник у него. Еще сердечки и ошейник. Он вообще-то возле тебя сидит. Скажи, чтобы он не садился. Там еще есть, по-моему. Правая кнопка на него классная. А то он сел. Да сейчас. Сейчас я ему мясо дам. Они любят мясо. Ух ты, там еще трое. Правой кнопкой класснуть? Дай мне кость, а то все твои будут. Раз, два, три. Опа, зомбарь. Так, как там с ними вообще? О, снял с места. Снял с места. Снял с места. Вот тут еще есть. Ого, да их тут куча. Так, три моих, тогда три Димона или... И Антохи еще надо. Ни одного надо. Ни одного. Крипер неожиданно появился, чуть не грохнул. И меня, и волков. Надо чуть-чуть обставиться факелом, наверное. Дайте мне еще костей, а то он не сел три и не захотел. Надо. Раз, два, три. И надо их подкормить гнилью, наверное. Потому что их крипер серьезно задел. Ух ты, ё, они размножаться начали. Антоха, ты приручил волков? Да. Сколько? Одного. Что ж такое? У тебя что, не приручается, Дима? А-а. Я за одним бегаю. Он какой-то не хочет. Дай мне костей. Выкинь мне, короче, все кости, сейчас я с ним разберусь. Походу, это самый альфа-самец. Да сейчас, погоди. Раз, два. Так там двух костей должно хватать. Ты моего приручаешь, слышь? Такая стая уже. Там надо, кстати, вырыть этот, точнее, не вырыть, а поставьте, короче, выход из этой ямы, а то они там все скопились. А интересно, ошейники тут вообще как? Все одного цвета или... Ну, там где-то говорили, что можно им закрасить. Точно, можно. Кстати, у меня есть одуванчик, я могу в желтый покрасить. Как мы поймем, где чьи волки? Прибегут. Блин, у меня залагало из-за этих. На хвост смотрите. Если хвост низко опущен, то значит и он раненый. Вот один тут раненый, по-моему, есть. Кормить его мясом. Так ты не будешь его приручать? У меня один есть. О, волчата, целая. Ты моего приручил именно. Ты мне говоришь? Опа, а что ты, Антоха, вышел? В общем, я завис. А-а-а. Так, ну...
О, от моего потомца пошло. Один Антохин, наверное, сидит. Маленьких тоже, кстати, сразу. Шо а сразу? То они... кормите плотью. А то у них как на хвост посмотри. Они у них с мало жизни. Маленьких. Видишь, хвостик поднимает? Вижу. Ага, да. Мы тут развели уже такую псарню. Так, ну мой тут самый вообще, он 3, 6, он 7 костей сожрал. Это, блин, главное, чтобы он не загнулся. Дайте мне факелы, тут у меня вообще нет факелов. На, ко мне. Ты своим любимым способом сбрасываешь? Да. Ну так, нету тут больше волков, которые сидят? Ну, не знаю. А где этот малый? Малый где? Такая поляна одуванчиков. Офигеть. Ну, конечно, с малыми тут в бой лучше не вступать. Потому что малых повалят. Так, пошли. Тогда пока постоим на нашей поляне. Может, они там подрастут чуть. Да. Заложите яму кто-то. Сейчас я заложу. Опа. Оп. Да он даже пукнуть не успел. А для волков, кстати, надо будет у нас дома тоже загон сделать. Там волков не засыпайте. Что там они? Одноклеточные, что ли, по высоте? Ну да. Так. Что у нас тут с картой? Ну, наверное, из тайги надо выбираться. Короче, нам теперь надо домой, чтобы всю эту стаю дома оставить. Ну-ка, можно скриншот еще сделать. Ну, хотя бы что-то мы нашли полезное. Так. Куда? Надо теперь уже не по карте, а по компасу ориентироваться. Нам в ту сторону. Ну что, выдвигаемся? Угу. Там чей-то волк вдалеке стоит, это твой демон? Это вожак стаи. А ты в Википедии читал, там разные характеристики у них? Нет, но будем считать, что так. Опа-на, что за... Сейчас псы его загрызут, это бесполезно. Ну да, но тут мелких много, это опасно. Могут мелких грохнуть. Там проверяйте хвосты. Стойте, давайте привал. Не нужно, дайте мне минуту. Где ты? Вижу. Ох, мой волк овцу загрыз, молодец. У меня сколько тут? Раз, два, три, четыре мелких, что ли? Ща, погодите. Три больших. Мой вожак тебе малыша сделал. Кто он мясо хочет? А что с Антоном там? Ну он... отучился. Мой вожак... Антохе малыша сделал.
мне вот эту всю псарню надо будет. Ух, ёперный, что это? Да это у меня. Собираю землю, которая там выпадает. Прием. Так, надо тут не оставив в дыре застряла. Надо ее вывести все. Ну какой-то срывается. А, это на улице фейерверк. Так, ну стая из дыры выбралась. Все, можно. По кусок шерсти валяется, что-то. Ну все, двигаемся в направлении дома. Кстати, а, ну с... Ого, сколько свиней. Можно было бы свиней с собой взять, но... Молодцы, загрызли. Вы меня видите? Я? Да. Нет, Антона вижу. Ну вот, я кого-то вижу, тоже, наверное, Антона. Бегите ко мне. Ну вот я. Димон, ты бежишь? Угу. Ого. Мелочь пузатая. С ними ускоряться, наверное, не стоит, а то могут еще и отстать. Они не отстанут, они догонят. Если ты... Они тебя по-любому догонят. Когда ты на ночь останешься, они тебе прибегут. Грибочки. Кстати, странно, грибочки почти что на открытом солнце растут. Я видел грибочки на деревьях росли. Забирай грибочки. У меня 62 дуванчика. Интересно, если с волчару грибами накормить? Не, не получится. Не загнется? Не отставайте. Предводитель псов, посмотри, дед Антон. Да я вижу. Такая свора именно бежит. У меня 64 дуванчика, все это максимум. Ты отклонился от курса. Так. Да, курс. Ты по компасу смотришь? Ну да. Ох, ё-мо. Никто там не отстает. Легион, а где твой? Да бежит. А, вижу, вижу. Надо ущелье избегать. Вот как это, например. Они, кстати, по льду, по-моему, не ходят. Ты уверен? Да. Они тоже, по-моему, все бегут или что-то такое. А, они ходят. Видишь, ходят. Это, наверное, плыть они не будут, хотя, опять же... Может и будут. Что карта нам покажет? О, мы выбрались уже в зону прорисовки карты. Мы почти что в левом верхнем углу карты. Тут уже мы были на этих территориях. Сейчас мы чуть по-другому пройдем. А факелы у кого-то еще есть? Да. Ну, скинь. Где ты? Ну ладно, хрен с тобой. Ну вот я.
У нас, кстати, опять время серии подошло к концу. Ну, сейчас мы до какого-то более интересного места добежим и там уже остановимся. А по поводу волков, кстати, по-моему, они телепортируются. Если расстояние становится сильно большим. По крайней мере, визуально. Кстати, да, я вижу. Телепортируется. Почти как эндермены. О, а мы на этом холмике были. Ну, можно, в принципе, на нем и закончить. Итак, эту серию мы зарешаем. Всем спасибо, что смотрите нас. И до встречи в следующей серии. Всем пока. Всем пока. Всем пока.